Выбор предметов 11-классников показал, что список возглавляет общество знания. Выбрало более 420 тысяч человек. Это свыше 60% от общего числа сдающих ЕГЭ выпускников. На втором месте физика – 189 тысяч человек. На третьем – история – 157 тысяч. Затем идут биология, химия, английский и информатика. Всего в этом году ЕГЭ по итогам обучения в школе будут сдавать 675 тысяч выпускников. Руководитель Рособорнадзора Сергей Кравцов уверен, что число школьников, желающих сдавать предметы по выбору, в числе которых сложная физика, свидетельствует о росте интереса к соответствующим профессиям, а также о профориентационной работе в регионах. В свою очередь, ректор Московского городского педагогического университета Игорь Ильмаренко считает, что выборка предметов будущими абитуриентами не случайна. Дело в том, что в последнее время вырос интерес к точным наукам. Ребята действительно интересуются не только конъюнктурными и популярными специальностями, такими как экономика и менеджмент, но еще и техническими научными специальностями.